Всем привет! Сегодня у нас в обзоре украинская монета номиналом 5 гривен. Состояние огонь просто. UNC. На аверсе монеты размещены вверху малый государственный герб Украины, по кругу надписи Национальный банк Украины вверху и 5 гривен в нижней части монеты. В центре изображена стилизованная композиция, декоративная тарелка, шишечки хмеля и льна, памятник Сергею Королеву и водонапорную башню, справа от которой год чеканки монеты 2012, логотип монетного двора Национального банка Украины. На реверсе монеты изображен герб области и по кругу размещены надписи. Житомирская область в верхней части, основанная в 1937 году в нижней части. Выпуск монеты посвящен Житомирщине, древнему краю, расположенном в центре Украины, на границе лесостепи и Полесья. Основа экономического потенциала Житомирской области – многоотраслевое сельское хозяйство, выращивание зерновых культур, хмеля, льна, фарфорово-фаянсовая промышленность. Также она богата на такие природные ресурсы, как гранит, ильменит, кварцит, мрамор и тому подобное. И теперь более детально о характеристиках монеты. Номинал 5 гривен, год выпуска 2012, материал биметалл, центр латунь выполнена. Вживую, конечно, смотрится очень красиво. Кольцо медно-никелевый сплав, состояние UNC. Тираж данной монеты составляет 15 тысяч экземпляров. Вес 9,4 грамма. Диаметр монетки 28 миллиметров. Гурт, секторальное рифление. Если вы еще не подписаны на мой канал, являетесь новичком, я в первом комментарии закреплю ссылку на ролик, там где я купил данную монету и за сколько на барахолке. Рекомендую обязательно посмотреть. Также я готов покупать вот такие подобные монеты, начиная от 1 гривны и заканчивая до 100 гривен. Есть разные юбилейные монетки гривны. 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100. Поэтому, если у вас остались коллекции, либо одиночные монеты какие-то у вас лежат, я готов у вас их выкупить. Контактный телефон вы, как всегда, найдете под любым роликом на моем канале. Также я готов покупать годовые наборы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!